Приветики, ребятки, и да, это снова я со своими реакциями. Но перед тем, как я начну делать реакцию, я хочу с вами поговорить на очень страшную тему. Называется эта тема «Школа». Как бы это страшно и грустно ни звучало, но прошла уже первая неделя школы, да, вот такие вот дела. Пишите в комментариях, как ваши впечатления насчет школы, ну а я уже буду начинать делать реакцию. Всем привет, с вами Лера Тян и... Да-да, и тебе привет, Лера Тян. Ну что могу сказать, с самого начала видео уже видно, что она какая-то чуть-чуть прям, ну, чуть-чуть неадекватная, прям вообще, совсем немножко. И в этом видео я рисую себя! Ну это база, это понятно, меня уже такое не удивляет. Если бы она там рисовала, конечно, сестру, брата, маму, папу, друзей, это бы было уже реально интересно. Но знаете, когда они рисуют себя, это тоже довольно интересно, так что все хорошо, все под контролем, смотрим дальше. Кстати, спасибо большое за 80 тысяч просмотров на одном видео. Да ну в смысле? Ей 80 тысяч просмотров? А куда? В смысле? А мне? Я тоже так хочу, знаете, ребята? Я так подумала. Я тоже себе хочу 80 тысяч просмотров, так что давайте на это видео мы соберем даже не 80 тысяч, давайте соберем 100 тысяч просмотров. Ну я что, хуже ее? Вот скажите мне. Очень благодарна. И... Кстати, может быть, я закреплю это видео, потому что оно так... Объясните мне, пожалуйста, и что это сейчас было? Сначала она говорит одно, потом дышит микрофон, говорит другое. Это что такое, блин? Быстро набирает просмотры, спасибо огромное, я очень благодарна. Вот, кстати, вот давай мы добьем 5000 подписчиков. Да что ж это такое? Я зашла на ее аккаунт, а у нее уже там есть 5000 подписчиков. Я тоже так хочу, только мне нужно не 5000 подписчиков, мне нужно 200 тысяч подписчиков. Ну, это ж не такая уж и большая цифра, пожалуйста. Ну, я не намекаю, нет. И общее количество лайков 50 тысяч, если не сложно. Ну, просто можете нажать на кнопочку вот подписаться, ну. Так, дівчинко, мені кажеться, ну ти мала розповідати про себе, а не про свій аккаунт в ТікТоці. Так що давай, побыстрее розказуй про себе, все ждут, моя аудиторія жде, я теж жду. Вот, кстати, у меня есть парень, и да, вот мой парень, да, вот сейчас придет. Всем привет, с вами парень Лера Тян. Вот это вот ролевые игры, я еще такого не видела. Как вам, ребята, знаете, даже в театр не нужно ходить. Вот просто посмотрите мое видео и все, вам хватит. Ну, целый месяц кринжа словить. Меня зовут Алан, и я... Да, вот плюсик, да, просто нажмите на плюсик. Ё-моё, а Леры все такие сумасшедшие. Сначала говорят одно, потом второе, потом уже третье, пятое, шестое, десятое. Что так быстро? Как у нее быстро темы меняются, я в шоке. Спасибо большое, если не сложно. Да. Да-да, ребята, на эту тяночку я, наверное, больше реакцию не буду делать. Она реально какая-то сумасшедшая, дурная. Вообще не знаю, что у нее там в голове творится. Вот такая вот, ребята, тяночка у нас получилась. И я уже, наверное, буду заканчивать свое видео. Всем до новых встреч. Пока-пока. Удачи в школе.